Хей-хоу, ребятки, всем привет! С вами Борода и игрушка под названием The End is Nights. Обзор, кратенький обзор на эту игру и первый взгляд. Если честно, ребят, первым он уже не получится, потому что записываю ролик второй раз. К сожалению, впервые у нас ничего хорошего не получилось, и это плохо. Ну что ж, давайте-ка попробуем записать второй раз. Эй, привет! Как у тебя дела? Я черный комочек зла. Это игрушка The End is Nights. Вытащи меня отсюда. И короче, тут нам что-то типа нужно вытащить этот комочек отсюда, но у нас, ребят, никак не получится это сделать, поэтому мы проиграем, и он недоволен. Фак! Черт возьми! О нет, черт возьми! Фак! Он очень зол. Он харкает. И он в ярости. Но почему? Зачем? Как это могло произойти? Фак, черт возьми! Как ты мог это допустить? И вот сейчас, ребят, после этой заставочки начинается сама игра. Дорогой мой друг, я прожил прекрасную жизнь. Но, к сожалению, у мне пора попрощаться с тобой. Это конец. Больше нету смысла в жизни. Хотя, может быть, я найду друга всей своей жизни, который позволит мне быть менее грустным. Хотя, да, наверное, если я найду себе друга, мы будем вместе, мы будем любить друг друга, и мы будем счастливы. У нас будут друзья или дети. Возможно, я сошел с ума. Хотя, это давно уже случилось. The End is Nights. Ну что ж, и приступим к самой игре, ребят. Мы играем за вот этот чудесный комочек грусти, смерти, или как это называется, я так и не понял. Вот сейчас в этой локации нам объясняют наше управление. И, короче, насколько я понял, нам нужно собирать вот этих вот чуваков. Так, ух, it's you, это ты, братиш. Так точно, это был когда-то я. Но сейчас я уже не твой дед, поэтому тебе нужно идти дальше. Ты должен собирать летающих друзей и отправляться в путь. Привет, я мертвый. Ну, был, по крайней мере, мертвым. Что с тобой случилось? Плиз, пожалуйста, уходи отсюда. Не забывай прыгать и уходи. Так, давайте-ка попробуем вот этого парнишку забрать с собой. Хорошо. Видите, в верхнем левом углу у нас идет умножитель. И чем больше мы их собираем, тем больше он становится. Вот этого, кстати, вот поймать никак не получится, ребят. Это просто нереально, шипы нас убивают. Так, хорошо, идем дальше. Вот сейчас я, кстати, затупил. Да. И это печально, кстати. На ровном месте затупить. Хорошо, поднимайся заново вверх. Игрушка на самом деле очень прикольная. И, если честно, меня даже зацепила. Мне понравилось. И я рекомендую в нее погамать. Отличная мини-игрушка, которая доставляет реально неплохое удовольствие при игре. Так, будьте осторожны. Так. Здесь очень опасно. Тебе придется много прыгать, чтобы пройти до конца. Но я уверен, что ты справишься. Удачи тебе. И постарайся выжить, используя этот метод. Хорошо. Спасибо. Так, это заново. Ха. Так, нам дальше вверх. Конечно же, ребят, будьте осторожны, шипы очень опасны, и старайтесь их избегать. Так, хорошо, ну а мы тем временем проходим дальше. Так, что-то я сделал не то, что ли? Нет, все верно. Хорошо, мы допрыгнули сюда и пошли дальше. Окей. Вот, вот сейчас, ребят, сейчас как раз-таки начинается самый хардкор. О, тихо, я не шучу, потому что... движущий, блядь, вот это было печально на самом деле, и вот это тоже. Так, ну да ладно. Так, хоп, хорошо. Поберегите свой пробел, потому что сразу предупреждаю, это будет эпично. Так, хорошо, нам сюда, нам сюда. Да, так вот, вот эти, ой, рушающиеся
Здание это еще не так сложно. Вот видите, что сейчас начинается. А мне-то нужно отсюда дойти аж сюда. И мне это, кстати, в этот раз не получилось. Можно, кстати, немного попробовать щитерить. Так. Можно нажать, уйти, нажать и уйти. Ой. Ух ты. В этот раз у меня получилось гораздо быстрее, ребят. В прошлый раз, когда я записывал ролик, я потратил на эту перепрыжку около 20 жизней. Прикинь, 20 жизней, братиша, это было очень долго. Вот эти блоки разваливаются, поэтому тут тоже нужно быть очень быстрым и, кстати, аккуратным. Но это не так сложно, а вот то, что сейчас будет... Фу, поверь, придется запастись терпением. Сначала сюда, теперь обратно, теперь сюда, наверх, вбок. Теперь аккуратненько наверх, обратно наверх, сюда. Теперь мы прыгаем сюда, быстренько спрыгиваем вниз и проходим локацию. Это есть. А вот сейчас, братиш, сейчас вообще хардкор. Смотри, перепрыг, перепрыг, обратно прыжок вверх. Смотри, на тебя сверху падает вот эта хрень, поэтому тебе нужно быстренько забраться наверх и пройти вперед. Окей, идем дальше. За этой хренью мне понадобилось еще больше жизни, ребят. Поэтому это я сейчас... Фак. Сейчас играю как профи, на самом-то деле. Твою ж ты мать. И ты называешь себя профи? Что ты творишь? Черт возьми, тут нужно немного... Сука. Вы не переживайте, да. В первом ролике меня бомбило еще сильнее. Я чувствую, на этом моменте меня сейчас обратно начнет бомбить. Хорошо. Сука. Вот вы видите, какой зазор маленький внизу? И это реально нужно перепрыгнуть. И это можно сделать, потому что я это делал. Вот тут, кстати, видите, где опускается? Там можно полностью все опустить и подобрать собачку. Да, но как потом обратно выбраться, я не знаю. Я очень долго пробовал, но у меня ни хрена не получилось. То есть, если еще и допустить упадение вот этого шипа, который летит прямо сейчас, то это вообще, блядь, скотина, просто нереально будет сделать. Если у тебя это получится, то я просто снимаю шляпу перед тобой, братиш. Да, кстати, если тебе понравилась эта игрушка, не забудь поставить палец вверх и подписаться на канал. Ну, а мы, по крайней мере, еще раз попробуем. Давай, да, братиш, вот, отлично. Вот видите, я же говорил, что это реально, и мы это сделали. А вот сейчас, ребят, учитесь, как щитерить и не бежать быстренько вниз. Блять, нет, забудьте. Так, сейчас еще раз, дубль 2. Обратно. А теперь спокойненько запрыгиваем наверх. И спокойной душой спускаемся вниз и пробегаем всю эту локацию. И на этом, ребят, вот на этом моменте я буду с вами прощаться, потому что вот эту хрень у меня так и не получилось пройти. Ну и я не верю, что сейчас у меня это получится. Блять, сука. Это очень сложно. Если ты прошел этот момент, то ты реально красавчик и обязан написать об этом в комментариях. С какой попытки у тебя это получилось? О, твою мать! Твою ж ты мать! Сука! Я был так близок, так далеко я еще не доходил. Ты видел? Ты просто должен был это видеть. Черт возьми, мне было нужно просто спокойненько подняться. Скотина. Просто скотина. Давай. Это нереально сильно бомбит и выбешивает. Особенно, когда ты проходишь все это во второй раз, и у тебя во второй же раз это все не получается. Я просто не представляю, как это можно все быстренько проскочить. Потому что ты вечно торопишься, понимаешь? И эта спешка приводит к тому, что ты умираешь на каком-то из этапов. Первый этап, второй этап, видите? Первый этап, второй этап, третий этап. И на четвертом я умер. А всего тут, по моим подсчетам, 5 этапов, которые ты должен быстренько прыгать, которые не получается сделать. Вот так сейчас, например. Да ладно! О, да, детка. Я просто бог этой игры. Ты обязан за это поставить палец вверх. Давай-ка попробуем. Да ладно, куда ты? Я же еще даже не запрыгнул на тебя. Но это было на самом деле легко. Так, хорошо. Так, а как тут? Она же будет опускаться по-любому вниз. Поэтому смотри, как тут нужно хитро сделать. Блядь, они обе пропали. Вот это дерьмово. Теперь сюда. О, ты рано, блядь, рано сделал. Так, на самом деле тебе нужно на... Сука, на какую-то одну из них. Хорошо. Смотри, теперь ждем. До последнего, хорошо. Сюда. И прыгай, прыгай. Да, братишка, вот это отлично. Отличная просто схема. Я же говорил, что так и надо. Так, ну и тут я уже вижу, как тут жестоко все на самом-то деле. И не понимаю, как это можно быстренько
пройти, ну, может быть, вот таким вот образом. Кстати, нужно было прыгать быстро вверх. Черт возьми, тут это было бы... Да ладно, я же к ним даже не... Блядь. Даже к ним не прыг... Блядь. Ладно. На этом все, ребят. Всем спасибо, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Если понравился ролик, ребят, откомментируйте. Всем спасибо, пока-пока.